Я побежала. В Я бы сразу самолете. бойню в самолете начал, пока мы летим. Сынок. Интастес. Модем Интастес. Ой, у вас там люди. Да. Сбит Рональдинио, Рональдо. А, Рональдо. Убило. Рональдо. О, 117-е. Блин, ботинки, где вы стреляете? Я тут хочу постреляться с вами. Может, это звук заел, как частенько бывает. Нет, он прекращает. Это хорошо. А то когда заедает, это не очень приятно. По ушам бьет. Да. Блин, где вы там стреляете? Тут есть подвал, блять. Тут подвал есть. А шали. Нихера себе. А, да, тут точно есть подвал. Я забыл. Я же сюда не спускаюсь почти. Так, что у нас? Я все-таки, знаешь, решил коллиматоры и голографические брать. Потому что, ну... Я давно заметила. Ну да, я понимаю, все дела там старости. Чуть сразу не сказал, чем берешь их. Но я решил брать, потому что, ну, хоть никакой-никакой, а прицел, тем более вдаль. А то иногда бывает, ну, легенда легендой, а это не сетевая. Надо четко попадать. И желательно все патроны выстреливать в челика. Ой, колок, а ты каким раком здесь родился? Как? Не знаю. Пока своего тиммейта не делал. Пока. Чего-чего? Жалко своего тиммейта нельзя убить. Хорошо. Поэтому я и живой. Это плохо. Это плохо. Зачем тебе жить? Развиваться. Правда, не знаю в чем, но просто существовать. Там был где-то челик, короче, просто был на, в подвале. Ну, в доме где-то. Попы. Ловушки. Да, хоть какой-то прицел. Ура! Я счастлив. Что такое? Ты купленного смотришь? Да, там плейлист сразу ставлю, чтобы на фоне его слушать. Ну или так, чтобы на фоне просто. Да. Понятно. Не знаю почему, но я люблю смотреть, как он одну и ту же игру проходит, и я люблю пересматривать. Бляха, муха, ХСОшник. Хэппи. Что-то он так себе ХСОшник. А, он не да, он дебил. Че? Фух. Он ни разу не выстрелил в ХСОшку в меня. Он просто крутился вокруг. Это ты. Спасибо. Я думаю,
Ладно, я не думала, извини. Знакомое чувство. Думать не мое. Так, вот если... Ну да, тебе как не знать. Если нажму... А, на двойку, если я нажму, то я выберу гранат. Что ты мне поделаешь? Погнали на аллигатуру. Алло. На одну лаву сегодня. Да залезь ты в этого. Сраный пидорас. Ты челик. Я сбил меня с мысли. Я говорю, на одну лаву сегодня будет голосовое отправить. Сказать ему про эту... Что-то новое появилось. Новый появился. А короче, фаната? У меня кнопки на два. Нет, у меня кнопки поменялись каким-то образом. Я им потом пришлю. Я им потом пришлю эту. Блин, меня добил, короче. Пейн. Ты им показал, что такое настоящий пейн. Блять! Где? Отстреливайся, отстреливайся. Их двое. Блин. Я двое. Я даже повернуться не могу. Слишком тесно. С первым-то. Да, слишком тесно. У вас слишком много здесь. Хэппи, самоубился. Сука. Я челика сбила с ног, а он был этим пистолетиком. Теперь он просто ползает. Он просто отдался? Сразу. Камушком. Так. Ну не он меня убил, поэтому он ползает все еще. Аккуратно, аккуратно. Не беспокойся, друг. Да я понял, он не дает его убить. Он наверху. Меня джарит. Наверху. Я его достать не могу. Ты натащи. Ты на наверх сюда. Ты на давай. Она была убита. Эх. Чего? Я вам помогла. Спасибо. Как раз сбил того, кто меня сбил. Убил того, точнее. Что ж так больно-то? Ой, а как он меня сбил? Как он меня сбил? Не знаю. Он меня с ДРХ как-то сбил, находясь при этом. Ай, как он меня, блядь, чекает? А там на ху. Наверху. А, нет, не он меня убил, вообще. А, там нет. Опять он меня сбил. Даже не успел ничего сделать. Это ты, это ты. Это там был ты. Да. Ты убьешь самого себя. Ты будешь своим пулемётом. Получается так. Ты хочешь умереть? Нет. Ну так ты тогда не убивай самого себя. Хорошо, я не убью. Хорошо, я не убью. Но он убьет тебя, значит ты используешь. Ты сам себя убьешь. Блин, это сложно. Блин, это сложно. Да. Надо подумать. Надо подумать, а думать-то я не люблю. Тогда не думай. Просто делай. Какой хороший человек, да? Чтоб тебя убили. Обычно прямо такое сейчас желают тому, кто помогает. Ну ладно. Это был ботинок, зачем мне твоя помощь? А вдруг это был человек? Вдруг он был такого жадного? Это не человек, нет. Ну и теперь я понял, что он ничего. Ну, не кровавил. Вот. Когда убил. Вот этот. Оказывается. И не прощу тебя.
Спасибо. Обращайся. Хочу. Кстати, еще час или два, наверное, не могла зайти в игру. Почему? Не знаю, просто показывал время из такого. Я ничего не могла с этим делать. Ага. А я думал, кто-то меня игнорит, когда я звал в линию фронта. Вот, кто-то не мог зайти в игру просто. И тем более ты мог написать, мы вроде думал, у тебя есть мой номер телефона, вроде как. А потом я вспомнил, что я написал, когда бы когда захочешь играть, и напишешь. Я решил сразу действовать. Сразу действовать. Это хорошо. Зачем думать, если можно действовать? Так, что-то у нас. Естественно. Угу. Я иногда радуюсь тому, что не я один туплю. Но тоже туплю. Да. Ну, не так долго. А иногда прям, знаешь, я иногда поражаюсь. Хоть вроде я и смотрю игру, но поражаюсь прям тоже нормально так поражаюсь. Блядь, челика убила. Это плохо или хорошо? Ой, я тоже челика убил какого-то. Да. Вот тут боты до сих пор преследуются. Это получается он ботинок, а я машина. Понял? Найс, вот машин. Я машина для убийства. Поздно не ходи, подумаешь, поберегись. Киса ходит тихо, так что лучше обернись. Блин, тут двое, короче. И один на дробашист прямо около тебя. Почему он мне это сказал? Спасибо. Сына, лови меня, я на тебя лечу. Не поймал меня. Ну ты старался. Взглядом хотя бы. Когда-нибудь и боты будут подкаты делать, что можно их будет спутать. Ты меня ботинка пытаешься стырить? Не надо. Это мой ботинок. Я не разрешала его тырить у меня же. С кем ты разговариваешь? С ботинком. У которого первого вроде. А, угадала. Какая я молодец. Узнаешь уже по звуку. Неплохо. Не по звуку, а по внешнему виду. Ага. Ну и так тоже он хорошо. Он не стрелял по мне, он постоянно. Да. Развиваюсь. Так, там зеленый. Где? Угу. Уже бегу. Ничего себе, скорость света. Уже дышу тебе в лоб. О, затылок. Почти дышишь.
Уже улетит кто-то уже. Ботинок. Я машина для убийств. Не подумаю, поверни. А, вон там. Что лучше? Вот там дальше мы. На пляжу. Да, на пляжу. Ты видела ботинок там где-то? Одна свеча, Андрю. Ой, люди. Вот этого он нереально не ожидали, видимо. Че ты все скидываешь? Не надо мне все скидывать. Я все возьму. Не волнуйся. Не волнуйся. Он все скидывать начал сразу. Так. Спасите. А, понял, там люди. Сейчас я подлечусь. Так, интересно, я смогу обойти вот так хотя бы? Потому что я вижу, там люди. Вот и лестница, слава богу. Я, правда, тут никогда не сидел, но тут лестница есть. Теперь знаешь. Угу. Кто ножом убежал? А, нет. Аккуратно, аккуратно. Сама аккуратность. Угу. Блин. Да откуда ты тут-то, блин? Там только двое. Одного сбило. Трое. А, там уже было. Ну, двое-то осталось. Одного сбило. Ну, а так было. Ну, а так было. Сейчас было. Ну, так было. Да, 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 вижу, блин. Как так попадаешь, блин? Еще подлечиться. Вижу, демон тут. Вижу, спокойно. Там они надымили специально. Блин. Напарили. Блин, сейчас собьет с ног. Граната. Сейчас зашевелится. А, внизу. А, ничего, я не помню. Вот тут. Когда он вниз спустился, он же не поднимется. А, я поднимусь. Лестница есть. Ты чего умираешь, друг? Ох. Выживаю, как могу. Блин, там еще один где-то должен быть. Где-то еще один должен быть, желтый. Городской сталкер. Блин, он, наверное, наверху, но я его сейчас не успею подняться. Давай, тащи. Желтый куда-то убежал. Крымщик. Да нас это крымщик. Блять. Повезло. Я всем не все равно насрать был на него. Ну ладно.